Участок дороги на Анапском шоссе преображается. Теперь всех гостей, въезжающих в наш город, будет встречать аллея южных красавиц Туй. Благоустроить этот район распорядился мэр Анапы. 14 апреля во время объезда города Сергей Сергеев дал задание высадить зеленый коридор, украсить территорию тысячей вечно зеленых деревьев и кустарников. Начинаем от спуска, вот от поворота, от того. И пошли в эту сторону. Идеальным решением украшения курорта глава назвал работу директора фирмы «Арго» Петра Авдоляна. Предприниматель, прилегающую территорию и землю за ее пределами, привел в порядок. На разбитом газоне высадил 150 кустов роз и 105 можжевельников. Красиво. Очень. Вот, кто это? Ну, пригласите, спросите, поблагодарите человека, узнайте, почем брал, вам не интересно, понимаете? Он мог этого не делать. И он, я уверен, здесь и газонная трава будет, все будет. Спустя 10 дней после проверки распоряжения главы города на земельных участках, прилегающих к дороге Анапского шоссе, начали работать озеленители, подготовили почву и высадили первую партию хвойных – сотню туй. Мэр Анапы Сергей Сергеев лично проверил, как идут работы, поинтересовался важными мелочами при посадке и узнал особенности этого вида растений. А сколько ей лет? Это порядка 5 лет. А растет сколько? В среднем 6-8 метров. 6-8 метров вырастает? Да. Рука легкая у вас? Легкая. По городу озеленяем, трава только стоит. Сергей Сергеев сам принял участие в озеленении курорта. В субботу и воскресенье озеленители продолжили высадку туй, и еще более 400. Сегодня привезли еще одну партию – 300 растений, всего их будет более 1000. В качестве бонуса за крупный заказ питомник подарил анапским озеленителям 50 туй сверху. По левой стороне протяженность зеленой изгороди составит 2,5 километра, по правой – больше 1,5 километра. Работы планируют завершить к майским праздникам. Сроки, установленные на благоустройство, сжаты и требуют оперативной работы.